Вот такая вот машинка для самокруток. На ней есть отметки. Вот здесь вот, в самом углу, и два отверстия. Один для 8-миллиметровых, другой для 6-миллиметровых самокруток. Есть также емкость для табака, которая не герметична, и табак в ней очень быстро подсыхает. Это самая простая, самая компактная машинка по сравнению с другими, из-за того, что она не требует дополнительно носить с собой кисет. То есть здесь можно все полностью положить вовнутрь. Вопрос на бумагу, при желании зажигалку. Здесь, конечно, компактнее и проще сделанные машинки, но для них нужны дополнительные аксессуары, такие как кисет, фильтры, если кто-то любит курить сигареты с фильтром. Вот, ну вообще, курение опасно, курение убивает, и курить нужно бросать.